12 років роботи, сотні успішних міжнародних проєктів з розробки програмного забезпечення в області фінансів, медицини, мас-медіа та туризму. Херсонський офіс американської IT-компанії Data Art святкує день народження. Подарунки, привітання, торт зі свічками на іменини – це, звичайно, добре, але стандартно. 12-річчя компанія, лідер в області IT Херсонського регіону, вирішила святкувати не у вузькому колі, а запросили друзів, партнерів та всіх бажаючих на конференцію, присвячену IT-трендам. Приходят очень много новых технологий. Это очень заметно. Все знают про криптовалюту и про блокчейн, который просто стал сейчас моден. И если в прошлом году специалист по блокчейну это была скорее экзотика, то сейчас это становится трендом, то есть их начинают искать на рынке. И вот именно для этого в том числе конференции и проходят, для того, чтобы как можно больше ребят знали, в каком направлении им двигаться, чтобы можно было определенным образом подготовить себя фактически к завтрашнему дню. Для нас конкретно эта конференция – это возможность пообщаться с другими компаниями. IT-тренды – это не просто какая-то эфемерная величина. IT-тренды – это направление, в котором весь мир, вся IT-сфера будет двигаться, технологии, развитие – это то, что мы должны хотя бы иметь в виду. Лично я буду делиться опытом Python-разработки бэкэнда. На захід зійшлись всі, кому не байдуже сфера IT – розробники, тестувальники, менеджеры, администраторы, фрилансеры, стартаперы, власники IT-бизнесу. Приятно, что есть в Херсоне хорошие мероприятия или как минимум попытки собирать хорошую аудиторию. Моя цель здесь познакомиться, пообщаться. Скажем так, самые хорошие наши контакты, наймы, партнеры. Это все из личных контактов, из каких-то бесед за кофе. Загалом на конференцию зареєструвались больше 200 участников. Киянин Давид, щойно з потяга, приїхав за новими знаннями та у пошуках однодумців. Сам занимаюсь веб-разработкой. Очень интересно, что проводят еще и бесплатно такие вот конференции. Я собираю стартап, вот с людьми знакомлюсь, собираю команду, и с которой хочется на удаленке построить семью такую мини, с которой мы будем работать, разрабатывать и помогать людям. Новітні технології, сучасні тренди, бізнес і майбутнє IT-індустрії. Учасники конференції познайомились з експертами, лідерами думки в галузі інформаційних технологій, проаналізували локальний IT-ринок та говорили про те, які технології нині на піку популярності. Это тренд, это стильно, модно, молодежно. Я буду рассказывать о виртуальной реальности. Кроме игр и развлечений, это еще и обучение. Можно создать вокруг то окружение, которое вам нужно. То есть, например, если вы хотите обучать там авиадиспетчеров в аэропортах, можно написать, и есть уже написанные приложения как бы в соответствующих центрах. И дальше человек просто одевает член виртуальной реальности и моментальным образом оказывается где-нибудь, например, в авиадиспетчерской аэропорта, после чего на том оборудовании, которое он видит, которое можно, в принципе, создать достаточно реально. Начинает сажать самолет. Особливість конференції – так звані експертні дивани. Учасники IT-Trends не втратили можливість поставити запитання практикуючим експертам з різноманітних технологій. Наш диван посвящен именно тестированию. То сейчас компании понимают, что продукт должен быть качественным. Качественно – это значит, что ваш продукт хороший, вы конкурентоспособны. К этому мы идем, поэтому QA-область только растет и как бы впускает свои корни по всем областям IT-индустрии. Зробити з Херсона комфортне і привабливе для IT-бізнеса місто. Центр розробки Data Art вважає однією зі своїх головних місій. Протягом багатьох років компанія не припиняє віддавати всі свої сили, щоб молодь, яка має бажання вчитись і розвиватись, могла знайти себе в сфері IT. Набирає обертів практикантська програма для фахівців без досвіду роботи. Мы зовем молодых выпускников без опыта и предлагаем им возможность попробовать себя на реальных проектах. И по окончанию многие из них становятся нашими специалистами. Кроме того, у нас работают и IT-школы. То есть, когда мы не с выпускниками даже работаем, а с людьми, которые многие вообще не связаны с IT, даем минимальные знания, но опять же после школы мы предлагаем практикантские программы для лучших. Центр розробки Data Art активно взаємодіє з іншими IT-компаніями регіону, плідно співпрацює з університетами і називає це ключовим елементом росту і розвитку.
Сьогодні там працює 200 людей, а взагалі ще 200 поїхали в різні інші офіси компанії Daytar, хтось працює в інших компаніях. Але головне от відчуття, да, що от кафедра Херсонського державного університету і кафедра інформатики правної інженерії от робила так і побудувала таку систему підготовки фахівців, що ну, от люди щасливі, бо великі зарплати, податки. Головною цінністю в компанії вважають людей, і це доводить формат святкування. Для Херсона очень важно как раз количество вот таких вот мероприятий, их качество. То есть мы в первую очередь хотели бы пожелать увеличения возможностей, наверное, да, увеличения потребителей, чтобы компании развивались и чтобы Daytar чаще организовывали вот такие вот неформальные встречи, где люди катаются на гироскутерах, пьют кофе и узнают про IT-тренды. Daytar динамічно розвивається у Херсоні з 2007 року. У свій новий рік центр розробки входить з командою з 200 професіоналів з новими клієнтами, ідеями та проектами. Особо приємно, що сьогодні удивляють і нас, наші партнери, які, оказывается, готовили для нас якісь подарки, призи, і це правда для нас велика новость. Це приємно, це неожиданно. Откровенно говоря, в цьому году, наверное, впервые ми себе як організатори чувствуем не просто на какой-то крупной конференции, где мы должны решать все вопросы, но еще и чуточку все-таки именинниками. И за это отдельное спасибо. Вера Підлісна, Максим Фруткун, телеканал Херсон Плюс.